Шайтану Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим, Ассаламу Алейкум Ва Рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Поздравляю всех мусульман с праздником и днем рождения Абуль-Фазль Аббас, алейхиссалам, это сын имама Али, один из приближенных сподвижников имама Хусейна, который был до конца жизни предан имаму Хусейну, алейхиссалам. И в связи с этим событием, с этим праздником, мы пригласили вновь в нашу студию уважаемого нашего гостя, Ходжат Лисам Валь Муслими Шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемый Шейх Гурбан, я вас поздравляю с этим праздником. Мы знаем, что преданности Абуль-Фазла можно поучиться многим людям, даже и не мусульманам, каким нужно быть преданным человеком. Хотелось бы на эту тему с вами пообщаться. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Ва бихи настаин ва хуа хайру насирин ва муин. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة ولا آدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3 и также поздравляю как с началом месяца Шабан, так и с днем рождения его светлости Абуль-Фадль Аббаса, алейхиссалату вассалам, который родился в начале этого месяца, точнее, 4 Шабана 26 года хиджры. То есть это 4 Шабан 26 года хиджры родился один из сыновей его светлости Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Ну, история, связанная с его рождением, она известна, я думаю, многие об этом знают. Я очень коротко расскажу. Его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, просил своего брата Акила найти ему супругу из племени, которая известна доблестными воинами. Храбрыми и доблестными воинами. И именно вследствие этой просьбы его светлости Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, Акиль нашел Умуль-Банин, то есть мать его светлости Абуль-Фадль Аббаса. Это уже само по себе говорит о том, что то есть уже само по себе говорит о качествах и достоинствах его светлости Абуль-Фадль Аббаса. Но, как вы, кстати, очень точно подметили в начале, что именно преданность для всего человечества, для, в первую очередь, конечно, для мусульман и в еще большей степени для последователей непорочного семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, пример таких людей, как Абуль-Фадль Аббас, является особым уроком, является особым фактором историческим. И не только историческим, и в том числе и концептуальное значение имеет жизнеописание и сунна Абуль-Фадль Аббаса, то, как он жил, образ жизни и та позиция, которой он придерживался. Дело в том, что мы все прекрасно знаем, что непорочные имамы занимают особое положение
имамы из семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, занимают особое положение, несмотря на то, что в исламском учении, в кораническом учении, в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, несмотря на то, что эта истина аммиятской тьмой и тьмой аббасидской, эта истина была отчасти скрыта от мусульман. И большинство мусульман, когда сегодня слышат о положении, да и вообще не то чтобы о положении, о существовании, о том, что есть наместники посланника Аллаха, что есть такие люди, не говоря уже о том, чтобы в дальнейшем разъяснить для них их положение. Они уже удивляются, они для них это уже нечто такое невероятное, ранее неуслышанное. То есть для них это большая новость. Многие из них, да что говорить о большинстве мусульман, даже вот эта вот часть, та часть мусульман, которые являются последователями непорочного семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, даже у них, у абсолютного большинства из них, если спросить имена 12 халифов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, то есть мы все прекрасно понимаем, что здесь ответ будет абсолютно нерадостным и неудовлетворительным. Это вот то, к чему мы пришли на самом деле. Но несмотря на это, если мы исследуем сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи, исследуем священный Коран, и здесь очень много, очень большую роль играют такие предания, как «Две драгоценности», или, если хотите, «Две тяжести», и другие подобные предания, достоверные предания, или если говорить о самом предании «Две тяжести», то это вовсе мутаватр предания. Исследуя все это наследие, исламское наследие, наследие Корана, наследие Сунны, мы приходим к результату, что они занимают невероятное положение. Сам священный Коран неоднократно утверждает об этом. Сам священный Коран говорит об этом, и толкование священного Корана утверждает об этом. Например, в одном из аятов священного Корана сказано, что «калиматун тайиба», то есть хорошее слово, подобно «шаджаратин тайиба», «шаджаратин тайиба», то есть подобно хорошему дереву, корень которого в земле крепко держится, то есть крепкое, имеет крепкий корень, а основание которого возвышается до небес. И постоянно это дерево дает плоды. То есть хорошее. Калиматин тайиба. Калима тайиба. Калима тайиба растолковывается согласно преданиям. Это единобожие. В некоторых случаях мы обнаруживаем, что калима тайиба — это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его семейство. Кто-то может сказать, что единобожие и посланник Аллаха, и его семейство — это разные толкования, но мы так не считаем. Мы не считаем, что это разные толкования. Почему? Потому что нету единобожия без посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Нету единобожия без семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И в преданиях, то есть это калиматин тайиба, постоянно, согласно аят священного Корана, постоянно тукуляха биидни кулля хейнин биидни раббиха, постоянно дает плоды с позволения своего Господа, единобожие. И в преданиях мы обнаруживаем, что в достоверных преданиях мы обнаруживаем, что корнем является посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. А стволом этого дерева является его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. И потомки, имамы, наместники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, непорочные, те потомки, которые являются наместниками и халифами, они являются ветвями этого дерева.
То есть образовывается некое дерево, не дерево единобожие, о котором говорится в Священном Коране. И это дерево образовывается из посланника Аллаха. Из посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его непорочного семейства. Именно это дает, это дерево постоянно дает плоды. Постоянно это дерево дает плоды. Все остальное в этом мире, как так и в другом мире, не имеет плодов. Все остальное не играет роли в единобожии. Только это играет, только это дает плоды. То есть это невероятное значение этих людей. Значение этих имамов. И множество других аятов Священного Корана. Я сейчас просто не буду перечислять, конечно, у нас не хватит на это времени. Огромные тома книги можно по этому поводу написать. По поводу того, какое положение эти имамы занимают согласно аятам Священного Корана. И подчинение этим имамам является обязательным. В одном из аятов Священного Корана говорится, что тому, кому дарована хикма, мудрость, тому даровано большое благо, сказано в одном из аятов Священного Корана. И в толковании о том, что такое хикма, который мы обычно переводим как мудрость, говорится, что здесь подразумевается, под хикме подразумевается подчинение Богу. Богу. Подчинение Богу и познание имама. Или же другое достоверное предание, которое дошло также и, которое имеет похожий смысл, которое дошло до нас и через книги большинства, то есть в суннитских книгах, в котором говорится «Мен мата валям яриф имама заманихи мата мита танджахилия», тот, кто умер, не познав имама своего времени, умер без единобожия. Умер смертью времен невежества, то есть многобожия, времен, когда не было единобожия. То есть времен невежества. Что это значит? Неужели человек, который всю жизнь поклонялся Богу, говорил «Ла иляха илляллах Мухаммадан Расулуллах», но не познал своего имама, является невежественным, является подобным мушрику, подобным многобожнику? Да, и это и значит это предание, это достоверное предание, это и значит. Это небольшой такой островок этих преданий, который подчеркивает положение непорочного семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, имамов и наместников и халифов его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И, то есть, подчинение им обязательно, познание их обязательно. И в связи с этим мы сталкиваемся со следующим вопросом, что, то есть, на практике, насколько это важно, на практике, то есть... Хотим увидеть пример. Да, у нас мы хотим посмотреть пример. И пример имама здесь, конечно, не совсем подходит, потому что он имам в конце концов. И здесь очень большую роль играет пример простых людей. И в историю огромное количество людей, ну, по крайней мере, много людей, которые могли бы служить примером. Примером преданности, послушности и покорности своему имаму. Много примеров из числа сподвижников имамов, имама Али, алейхиссалату вассалам, имама Хасана, имама Хусейна, алейхим ассалам, и других имамов. Но среди всех этих примеров его светлость Абуль-Фадль Аббас играет просто невероятную роль. Он является своего рода светилой всех, среди всех этих людей, которые были покорны, познали своего имама. И не меньшую яркость в этой связи имеет мать его светлости Абуль-Фадль Аббаса, который воспитал таким образом. Вне всякого сомнения. Очень много примеров, я, честно говоря, у меня сейчас очень много примеров, которые я мог бы привести с этим. Можно после небольшой паузы приступить к примеру, если вы позволите. Да.
Уважаемые телезрители, мы вынуждены прерваться на небольшую паузу, после которой продолжим данную тему. Оставайтесь с нами. وابي الحسين رجل الامين بالحب طار ظنته روحي لحن الجروح ليل نهار حسين نبض قلبي بذكراه اسعد صلوا على محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد نادى فؤادي زين العباد بالخافقين ظلت قيودي في ذي السجود خيري معين صلوا على محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد صلوا Уважаемые телезрители, мы прерываемся на большую паузу, до которой говорили о личностях, которые являются примером, как нужно следовать за непорочным имамом. Уважаемый Шейх Курбан, мы говорили о личности, как Абуль-Фазль Аббас, алейхиссалам, каким образом он следовал имаму, но прежде чем приступить к нему, вы хотели привести пример, каким образом воспитала его мать, которая является таким же большим, которая внесла такой же огромный вклад. Да, я приведу несколько известных примеров. Этих примеров огромное множество. Например, начнем с того, что когда ее светлость Умм-уль-Банин вошла в дом Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, и, кстати, ее звали Фатима, она просила о том, чтобы ее уже больше так не называли. Она просила о том, чтобы ее больше не называли Фатима. Почему? Потому что она говорила, что не хочет. Не хочет, чтобы... Потому что мать Хасана и Хусейна и Зейнаб, саламу Аллаху алейхим, также дочь посланника Аллаха, саламу алейхи, также называли Фатима. И она не хотела, чтобы это было напоминанием, чтобы это... причиняла. И это, кстати, не единственная причина. Очень в некоторых источниках можно обнаружить, что она просто не хотела есть, кстати, некоторые источники, в которых она не воспринимала себя как то есть она не позиционировала себя на самом деле как вторая жена, например, его святость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Она позиционировала себя как... Она не... То есть, на примере детей это более ярко видно. Она не позиционировала себя как мачеха этих детей. Она позиционировала себя как слуга этих детей. Как бы это ни странно не звучало, как бы это ни дико не звучало для современного вот этого вот погрязшего в невежестве джахилии человечества. Потому что это вторая жена, муж который имеет трое детей от предыдущей покойной жены. Она здесь, в общем-то, став женой, она является хозяйкой дома. Но она никогда так себя не воспринимала. Обратите внимание, после событий Ашуры, когда караван пленников достиг Куфы, потом... Дамаска, и через какое-то время этот караван вернулся в Медину, то есть имам Саджад, алейхиссалату вассалам, Зейнаб, саламулла алейха, и так далее. Когда этот караван возвращался обратно в Медину, где на тот момент находилась Умм-уль-Банин, отправили одного человека, чтобы возвестить
сообщить мединцам о том, что приближается караван семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи, чтобы сообщить, что они прибывают. И этот человек, этот посланник, который должен был донести эту весть, он сообщил о том, что произошло в Кербеле. Он рассказывал о том, что произошло в Кербеле. И вокруг него собрались люди, которые интересовались у него, что, как произошло. И это заметила Мульбанин, и она постаралась и через всю эту толпу пробивалась к этому человеку, чтобы поспрашивать у него. И этот человек решил сообщить ей сразу о том, что трое ее сыновей пали мучениками при Кербеле. Но он решил это сделать так, чтобы не расстроить ее, чтобы оказать наименьшее давление таким образом. Каким образом он хотел поступить? Он хотел по одному перечислить сыновей, чтобы таким образом подготовить. И начал он с младшего сына, сказал, что младший сын пал мучеником. И каждый раз, когда этот человек говорил это, то есть говорил, например, что вот младший сын пал мучеником при Кербеле, Умульбанин спрашивал, а что с Хусейном? Этот человек говорил про второго сына. Она все равно спрашивала, что с Хусейном. Этот человек сообщил о самом любимом из ее сыновей, об Аль-Фадль Аббасе, алейхиссалату вассалам, который также пал мучеником. Она все равно спрашивала о том, что случилось с Хусейном. То есть она не заметила, он был расстроен, он был обеспокоен тем, как эта весть подействует на нее. Но на нее это никак не подействовало до тех пор, пока она заботилась о том и думала о том, что же произошло с его светлостью имамом Хусейном, алейхиссалату вассалам. И вне всякого сомнения, та преданность и та самоотверженность, которую мы наблюдаем в битве при Кербеле, его светлость Абуль-Фадль Аббас, алейхиссалату вассалам, не умер на поле битвы. То есть не совсем на поле битвы, это не обычное поле битвы. Он не пошел... То есть, можно сказать, не в сражение. Не в сражение, он не пошел с мечом в руках, или с копьем, или с доспехами, или с щитом к врагам. Не встретился с ними лицом к лицу. То есть это даже, как бы сказать, например, сравнить сражение многих из подвижников имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, со сражением Абуль-Фадль Аббаса, здесь... Не так это ярко, это само сражение, это не яркое. Ничего из себя практически не представляющее. Ну, мало чего представляющее по сравнению с тем, что делали другие сподвижники имама Хусейна, алейхиссалату вассалам. И воин, который готовил всю свою жизнь готовил к тому, чтобы защищать семейство посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи салям, защищать своего господина, имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, который всю жизнь себя к этому готовил. Его готовил еще имам Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, женившись на его матери, выбрав его мать из того племени. Человек, который к этому себя готовил, он погиб, не сражаясь. Это уже само по себе самоотверженно. Это уже само по себе признак того, что этот человек полностью был в подчинении своего имама, имама Хусейна, алейхиссалату вассалам. Почему? Потому что его светлость поручила ему пойти и принести воду. Он не возразил, он сказал, какая вода, может, я пойду сражаться, пойду разбираться с врагами. И история с водой, также сама история с водой, также подчеркивает и множество других невероятных, неописуемых человеческой речью, и человеческими словами, и человеческими мыслями, необъятными человеческими мыслями, преданной своему брату. Потому что люди, которые испытывали невероятную жажду, и в преданиях, и в истории мы обнаруживаем невероятное описание тех страданий, которые имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, и его сторонники, его сподвижники, его семейство испытывали при этих событиях. Несмотря на эту жажду, несмотря на палящее солнце, пустыню,
несмотря на все это, и тяжелые условия, когда братья погибают на поле битвы, и его святость Абульфадл Аббас не осмелился. Ему не позволила его честь, его преданность имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, испить из этой воды, несмотря на то, что он успешно достиг воды, достиг пресной питьевой воды. То есть это все в совокупности говорит о том, о невероятной, является невероятным примером. Его светлость Абульфадл Аббас, алейхиссалату вассалам, должен быть для нас примером того, как мы должны относиться к нашим имамам. Как мы должны относиться к наместникам Бога, к наместникам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Никаких колебаний здесь не должно быть. Если они что-то сказали, и они должны быть в приоритете всегда. И это, кстати, та проблема, из-за которой, тот вопрос, из-за которого имеются все остальные проблемы мусульманского мира, и не только мусульманского мира, но и всего человечества. Это недостаточная преданность своему имаму. Мы это обнаруживали и в истории с Али ибн Аби Талибом, алейхиссалату вассалам, когда каждый считал своим долгом что-либо возразить. Чуть ли не каждый считал, откуда возник Нахраван, откуда возникли хариджиты. Это все следствие вот этой вот непослушности, высокомерия, самомнения и вот эти вот советы. И то же самое, да и не только эти проблемы, множество других проблем. И те сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, которые создали проблемы после смерти его светлости, они... Это тоже исходило из того, что они считали, что они знают что-то лучше, чем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Его светлость говорит, принесите мне письма для принадлежности. Они считают, что нет, они знают это лучше, что не надо переносить ничего, чтобы он что записывал завещание. Или же при подписании договора с мекканцами. Человек считает для себя нужным возразить, нет, мы поступим иначе. Пророк говорит одно, он говорит совсем другое, настаивает на другом. И еще смеет сомневаться в том, что этот человек на самом деле является посланником Аллаха. Еще указано нравственное, допустим, об Аль-Фазе, мы заметим, я не знаю, может вы замечали, допустим, какие-то высказывания или предания от самого Аль-Фазе практически невозможно найти, хотя он был очень знающим человеком. Он считался алимом в того времени, сыном имама Али, но мы, как видим, от него практически предания нигде не встречал. Может, если все же одно возможно. Нет, речей... Это тоже указывает на его нравственность рядом со своими братьями. Речи имеются, например, если предание возможно, но если речи мы его святого Абульфадла Аббаса как раз-таки обнаруживаем очень довольно-таки героические речи, преданные, самоотверженные речи, которые можно встретить до событий Ашуры, во время событий Ашуры, где его светлость Абульфадл изъявляет о своей преданности, говорит о своей преданности, о своей любви к его светлости имаму Хусейну, алейхиссалату вассалям, к своему имаму. Например, в ночь... Нет, вот это возможно. Я имею в виду именно высказывания какие-либо связанные, там, допустим, с пониманием, с своим пониманием, допустим, единобожия и с своим пониманием чего-либо рядом с мамой, мы не видим от него таких... Нет, это совершенно неприемлемо и это совершенно невозможно, чтобы подобные люди себе такое позволяли в присутствии и при наличии таких людей, как имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, или имам Хасан, алейхиссалату вассалам. Это просто... Или после них имам Саджад, алейхиссалату вассалам, все они были имамами. И несмотря на то, что имам Саджад, алейхиссалату вассалам, который также присутствовал в Кербеле, был моложе, но все-таки... Отношение было совсем, совсем другим. То есть это понимание, к тому, что это понимание того ма'рифатуль имам, о котором очень часто говорится в преданиях, «Ман лям я'риф имама замани», и тот, кто не познал имама своего времени. Это является познание своего имама, является и преданность ему, является... И, кстати, преданность не является чем-то отдельным от ма'рифа, от познания, то, что мы переводим как познание. Это является ключом к решению... всех проблем практически, всех проблем мусульманской общины. И все проблемы, с которыми столкнулась мусульманская община, не только мусульманская община, и весь мир, все эти недостатки и проблемы, и кризис, тот, который мы обнаруживаем,
в том числе в современном мире, все это следствие как раз таки вот этих сомнений, которые мы наблюдаем в том числе и во времена его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, когда люди считали, а разве он не посланник Аллаха? Вот эти вот вопросы, или ахаджара галабаху лвадж, что хасбуна китабуллах, нам достаточно книги Аллаха, что нет нужды в завещании его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Все эти сомнения являются источником всех этих проблем современных и не только. Спасибо, уважаемый шейх Курбан. Я вновь вас поздравляю с этим праздником. На этом наша передача заканчивается. С вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Уважаемые наши телезрители, наша передача, к сожалению, подошла к концу. Я вновь вас поздравляю с этим праздником. Желаю всем, чтобы мы обрели такую же преданность по отношению к своему имаму, какая была преданность у Абальфаза Аль-Аббас, алейхиссалам, к имаму Хусейну. И прощаюсь с вами на этом. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Thank you.